Привет. Линейка таких китайских сейфовых замков. На каждой из них будет своя импрессия. Единственное, это все наше производство, кроме вот этого сейфа. Сюда будет китайская идти. Она, в принципе, работает, но надо делать достаточно жесткие иголки и аккуратно работать, чтобы не погнуть вот в этом месте на изгиб, на стыке. В общем, вот такой 3 на 3, вот такой тоже 3 на 3, и вот такой здесь натяг в конце. Тут в конце ригель и тут в конце ригель. Кстати, как понять, что это один из сейфов? Когда заглядываете вовнутрь, вы видите внутри красный корпус. Если видно красный корпус, то это, скорее всего, будет какой-то из этих замков. Так, ключ еще раз показываю. Вот с такой вот фрезеровкой. Вот такой ключ. Тут два оборота, и при открытом ключ не достается. Ну и точно так же второй оборот. Ключ с такой направляющей. Здесь вот такая направляющая. Тут тоже два оборота, но ключ можно достать. Из-за вот этой направляющей импрессия может заходить сюда плотно. Надо просто силой ее чуть-чуть посунуть вперед. Ну и точно так же второй оборот. Берем маленький. Тут пол оборота. Ключ в этом положении не достается. Вот такая импрессия. Ригель в конце. Thank you.
В общем, вот такие сейфовые замки в красных корпусах и к ним импрессии. Цены на импрессии будут на сайте, телефоны, ссылки, все будет на видео. Пока!